Члены молодежной палаты при Думе Нижнего Новгорода намерены добиться через депутатов отдельного помещения для музея холодной войны. На данный момент экспонаты музея хранятся в неподходящем для этого месте. Эту тему юные парламентарии затронули на круглом столе. Они защищали Отечество, новые подходы к патриотическому воспитанию молодежи. В нем приняли участие также и ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, школьники и студенты. На мероприятии были достигнуты договоренности усилить работу по линии патриотического воспитания молодого поколения и чаще проводить совместные мероприятия. У нас, мы знаем, появились новые движения. Это Юнармия, это российское движение школьников, это волонтеры Победы. И обществу интересно, что это такое, и вообще там заменит ли это там комсомол былой, да, и вообще как бы к чему эти движения стремятся. То есть само по себе общение, оно, в принципе, очень важно для этих людей. И на самом деле не так часто они где-то собираются на каких-то общих площадках. Поэтому это первая задача нашего круглого стола. Нашим долгом перед страной, перед будущими поколениями передать все то, что пережили мы, рассказать о тех событиях периода Великой Отечественной войны, в которых лично участвовали, принимали участие, и передать молодежи свой боевой опыт, опыт жизни. Впереди, вот, например, даже завтра, 1 марта, у нас будет в парке митинг и концерт, посвященный памяти легендарной 6-й роте, которая не пропустила врага и стояла насмерть. Вот. А также 23 февраля в парке Победы проходила военно-историческая реконструкция «Подвиг Александра Матросова».